Часто, но каждая клетка сама по себе, она имеет в себе историю и имеет в себе некую такую возможность к самовосстановлению. Это называется процессом первой адаптации, второй апоптоза. То есть процесс адаптации — это когда клетка находит возможность себя восстановить, и процесс апоптоза — да, разрушенная клетка имеет возможность себя разрушить. Таким образом, процесс адаптации, апоптоза или птоза, может помочь человеческому организму восстановиться. Что мешает? Сознание. Наше сознание мешает. А можно ли быстро что-то сделать? Конечно. Нужно сказать себе: я доверяю высшим силам. Если вы уже имеете какую-то предрасположенность к высшим силам, можете сказать: я доверяю Иисусу Христу, пусть Он мне поможет, аллилуйя, мой любимый Господь, приложи ко мне руки и силой своей помоги мне. Отлично. Почему? Здесь очень важен процесс доверия. То есть доверьтесь кому-то, кто очень опытен и кто может вам помочь. Это нужно для вашего сознания. Потому что ваше сознание, оно связано с подсознанием. И ваше сознание будет говорить: вот я сам смогу, во мне есть эти силы. А ваше подсознание будет говорить: да хорош заливать. Ой, да что ты заливаешь, слушай, какая ерунда, да ты не мог себе помочь, у тебя болел зуб, и, да у тебя геморрой периодически, ты чесотка, не морочь себе голову, мог бы себе помочь, уже бы помогал, а так что ты там рассказываешь, не надо себе парить мозги, как говорят у нас в Одессе. Таким образом, человек, который будет сосредоточен на том, чтобы он сам себе помог, если он для себя мегаавторитет. А, кстати, есть такие люди, знаете, я умный, я умен, я красивый, здоровый, кстати, об этом тоже расскажу. И вот в этот момент человек может сам себе сказать, допустим: я своей силой духа, мощным сознанием. И дальше что необходимо делать? Первое, ваше сознание остается в сознании. Вы должны сознанию сказать: мое тело отдельно от тебя. И стоя вот так, как будто онемели, упасть. Упасть и не шевелиться, и сказать себе следующие слова: мое сознание отдельно, мое тело отдельно, и силы или дух высших сил, и там Вицли-Пуцли, или там Иисуса Христа, или Великого Будды, или Конфуция, или даже Лао-Цзы, или Аллах, или Ихбулона, или Элохима, или Иеговы, или там что придумаете, пусть эти силы помогут мне избавиться от всех заболеваний. Мое сознание мешает этим силам пройти в меня, поэтому пусть сознание будет отключено. И упали. После этого говорите: я не могу поднять руку левую, не могу поднять правую, не могу поднять ногу, не могу поднять левую ногу, не могу пошевелиться. Сознание отдельно, тело отдельно. После этого говорите: тело, в нем столько энергии, и оно способно само себя восстановить. Я буду считать до 100 в обратную сторону, и в этот момент пусть мое тело самовосстанавливается, находит те силы для того, чтобы применить эволюционные системы полного восстановления всех тканей. Пусть восстанавливаются мои ножки, пусть восстанавливаются мои хрящи, пусть восстанавливается и затягивается в обратную сторону мой геморроидальный узел, пусть матка перестает выпадать, пусть перестает воспаляться эндометрий, отделяется во время месячных, пусть яичники не воспухают, и пускай не воспаляется моя предстательная железа, пусть кишечник хорошо работает, весело, и пусть больше у меня не будет запоров, пусть все работает великолепно, кровь очищается, гельмин там противно, пусть они выходят, и все тело мое начинает работать и находит возможность само себя восстановить, пусть плохое идет и дальше нафиг и от меня, а пусть все хорошее идет ко мне. И считайте, и силой Иисуса Христа, и там что захотите, можете говорить, кровью Его и всеми святыми печер Киева, Печерской Лавры, пусть они эту силу проявят и заберут эту боль и помогут моим клеткам, а клетки самовосстановятся. И после этого считают 199, и говорит себе: если засну, то еще лучше. Вот если вы это время не заснете, вот такой процесс, он настолько уникален, настолько прост. Смотрите, на то, чтобы обучить вас самогипнозу, мне потребовалось аж целых 6 минут. 6.
А если обучить этому людей и научить людей правильно это делать, то ну, очень много людей будет ну, мгновенно излечено. Если человек заниматься будет таким самогипнозом самостоятельно, то процесс восстановления происходит лучше, чем любые внушения господина Дуйко или господина Анатолия Михайловича Кашпировского, или Чумака, или там кого захотите. Все это работает великолепно, это высший пилотаж. Так устроено наше сознание и подсознание и тело. Это самые простые методы, аутогены. Почему не стоит заниматься аутогенными тренировками? Дело в том, что человек думает, что если он будет себе произносить: я больше не болею, у меня больше не болит живот, мое тело восстановлено, оно здоровое и так далее. Смотрите, что происходит. Вы же говорите это сознанием и успокаиваете, на самом деле любое внушение влияет на подсознание. Таким образом, когда человек произносит: я здоров, я здоров, я здоров, это все фиксируется в подсознании, а сам человек не здоров при этом. Подсознание, оно начинает думать: он здоров. И в этот момент, когда ваше сознание говорит: ой, так болит печень, подсознание говорит: нет, она не болит, успокойся, не иди к врачу. И человек говорит: мне нужно идти к врачу, у меня тазобедренный сустав. Так бы вы пошли, а подсознание говорит: да не обращай на это никакого внимания, это ерунда. То есть вы наоборот приводите свое сознание, своим сознанием и таким внушением свое подсознание, чтобы дальше не бороться. Таким образом, если человек говорит: я богат, он не будет добиваться больше никакого богатства, он просто успокоится. Я здоров, вы не будете заниматься здоровьем и в итоге распадетесь, потому что там нужно обращать на это внимание. И вот эти аффирмации, они не связаны с тем, чтобы человеку помочь, они связаны, чтобы через подсознание вас успокоить. Я богат. Успокойтесь и больше не будете добиваться. Да я уверен, что 98% мужчин, которые занимались...